В Республике Татарстан дан старт ежегодного республиканского конкурса «Женщина года». В одной из них женщина-ученый принимает участие директор исследовательского центра омиксной технологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Татьяна Григорьева. Она рассказала нашему корреспонденту о своей работе. Я не мыслила себя в этой стезе, и начиналось все на самом деле с кафедры микробиологии, вообще с биофака, с биолога почвенного факультета. Вообще хотелось что-то исследовать, что-то раскапывать и приносить пользу людям, то есть какие-то открытия делать и изобретения, и самое главное, чтобы об этом узнавали и пользовались большие массы людей. Микробиология привлекала, и особенно привлекала возможность, может быть, заниматься космической микробиологией, чем-то таким малоизведанным. В Казанском университете Татьяна Григорьева работает еще со студенчества, уже 17 лет. А в Центре омиксных технологий с начала создания центра с 2013 года. А что поменялось за это время, пока вы работаете? С 2013 года университет вошел в программы ТОП-100. У нас были федеральные деньги, целевые программы. Мы приобрели современное высокопроизводительное оборудование, которое позволяет оценивать биологические молекулы, ДНК, РНК, белки и различные продукты жизнедеятельности живых организмов. И вот с тех пор мы занялись омиксными технологиями. Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, чем ваша команда занимается в настоящее время? В настоящее время мы взяли акцент на исследовании микробиота человека, как на поверхности, то есть кожной микрофлоры, так и внутри различных органов. У нас есть ощущение, что с микробиота связано и мужское бесплодие, и проблемы женской половой сферы, и проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Научно-исследовательская лаборатория омиксной технологии начала свою работу в 2013 году. Тогда в составе было всего 9 человек. Они были подобраны по методу междисциплинарности. Потребовались компетенции генетиков, микробиологов, а также биохимиков. Помимо этого, Татьяна Григорьева находит время и на личную жизнь. Она воспитывает прекрасную дочь, а самое главное, по словам Татьяны, это поддержка со стороны семьи. Семья во всем поддерживает и при необходимости сопровождает меня во всяких стажировках, на конференциях. Да, ну, конечно, благодаря мужу в основном, то есть, что он позволяет мне заниматься наукой и во всем поддерживает и сопровождает. Елизавета Никитина, Фариза Хитоглы, Универньюз.